Целью всех игровых операций является обеспечение дохода высокого качества. Соответственно, желание привлечь больше VIP-клиентов является простым решением данной проблемы. Несмотря на то, что работа с VIP-клиентами не так сложна, все операторы знают, что она имеет свои проблемы и риски. VIP-ставки часто могут превышать предел ваших ставок. Если вы отказываетесь от ставки из-за ее размера, игрок в будущем больше может не играть с вами. Выигравшие VIP-ставки также могут иметь большое влияние на ваш денежный поток. В BetConstruct мы отлично знаем, какие проблемы могут возникнуть в игорном бизнесе, и чтобы помочь нашим партнерам привлечь VIP-клиентов и управлять связанными с этим рисками, мы разработали BetCloud. BetCloud – возможность для партнеров BetConstruct, позволяющая операторам увеличивать доход путем приема ставок, размер которых превышает установленные лимиты. Эти большие ставки автоматически распределяются между оператором, принимающим ставку, и BetCloud, в то время как оператор принимает ставку, не превышающую лимит, а оставшаяся часть покрывается BetCloud. За все убыточные ставки, переходящие в BetCloud, оператор-отправитель получит гарантированную оплату своих расходов на ставки. Как работает BetCloud? Для большей ясности позвольте представить Alphabet. Alphabet – партнер BetConstruct, который присоединился к BetCloud. Присоединившись к BetCloud, Alphabet установили свои комиссии, проценты и лимиты на ставки. После этого агенты по сбыту Alphabet решили интенсивно искать новых VIP-клиентов. И в качестве награды за их усилия состоятельный клиент Джон заходит на сайт Alphabet и, естественно, ставит очень большую ставку. Обычно Alphabet не должен принимать ставку, но не сейчас, и это благодаря BetCloud. После принятия ставки Alphabet берет себе часть ставки, не превышающую установленный лимит, а остальная часть автоматически переходит в BetCloud. Джон, будучи клиентом, ничего не знает о переводе. Все, что его интересует, это то, что ставка была принята. Когда игра закончена, Alphabet остается довольным. Он не только смог принять большой размер ставки, но и получить долю комиссии от BetCloud. Если ставка выиграна, довольным останется Джон, так как его выигрыш будет оплачен как Алфабетом, так и BetCloud'ом. Однако и в этом случае Алфабет остается довольным, так как они доказали Джону, что могут принять его ставки, и на данный момент у Алфабет много наличных. И, зная Джона, он долго не заставит ждать следующие ставки. Вы, наверное, спросите, как происходит процесс генерации дохода и управления рисками. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно заглянуть в BetCloud. Итак, мы видим других партнеров BetConstruct, которые также благоразумно присоединились к BetCloud. Все партнеры-участники могут автоматически принимать ставки, но с учетом одного серьезного момента. Все партнеры BetCloud должны установить ряд условий, которые могут быть использованы для ограничения их риска от ставок BetCloud. Стоит отметить, что принятие ставок не является обязательным. А сейчас давайте поговорим о хорошем. Благодаря усердию наших друзей в Alphabet, ставка появится в BetCloud. После этого BetCloud пересмотрит ставку, коэффициенты и требуемую комиссию. Затем BetCloud сравнит ставку с параметрами управления рисками, установленными партнерами BetCloud. С помощью определенного метода ставка распределяется между партнерами BetCloud. После окончания игры все ставки выплачиваются, как обычно. Вот и все. Но нет, кое-что еще. Вы увидите, быть частью BetCloud даст вам еще одно преимущество. Вы можете принимать ставки, которые раньше не могли, так что спешите.